Согласно древней легенде, ящик Пандоры был даром богов. Свадебным подарком хитроумного Зевса, который тот вручил с предупреждением не открывать ни в коем случае. Но, конечно же, любопытство Пандоры оказалось слишком велико, и она заглянула внутрь, тотчас же выпустив в мир людей всевозможные бедствия. Так гласила легенда. К сожалению, правда была еще страшнее. Настоящий ящик Пандоры был невероятно мощным устройством. Древние цивилизации вели между собой бесконечные войны за право обладать им. Но в конце концов тайное общество, именуемое Советом 98, сокрыло артефакт от всего мира. Веками он хранился в секрете, о котором знали только приверженцы Совета, сменявшие друг друга от поколения к поколению. В начале 21 века искатели сокровищ подняли со дна океана одну загадочную реликвию. Они не сумели установить ее происхождение и доставили для изучения в Нью-Йорк. Хотя об этом и не трубили на первых страницах газет, новость привлекла внимание Лефея, моего тогдашнего работодателя. Он был помешан на древней истории, в частности, на происхождение ящика Пандоры и сумел распознать истинную природу этой находки. Лефей разработал план для Черного Ордена, как завладеть ящиком Пандоры, прежде чем Совет успеет что-то предпринять, и нанял посредника, о котором те ничего не знали. Чарльз Декарт был вором-профессионалом. Он продавал свои услуги тому, кто дороже заплатит. Этого наемника Лефей сделал пешкой в своей изощренной игре. Суть которой открылась мне лишь когда я отвезла Декарда в музей, где хранился ящик Пандоры. И это положило начало цепи событий, навсегда изменивших наш мир. Всем привет, с вами Vigilant. Я решил вот посмотреть такую игру под названием Легендарный, типа. Так, используйте ВСАД, чтобы перемещаться, двигаться боком. Так, ну, чтобы смотреться, и Е. Для продолжения нажмите. Так, и чё? Это ящик Пандоры. Ящик Пандоры наложил клеймо печать. Так, погоди. Уж больно орёт игра, по-моему. Давай мы вот так, что ли, сделаем. Ящик Пандоры наложил клеймо печать на вашу левую руку. У вас появилась способность поглощать анима-энергию. Интерфейс будет светиться, когда рядом с вами есть анима-энергия. Для продолжения нажмите Е.
удержите F, чтобы впитать аниме-энергию. Следите за индикатором. Жмите, удержите путь, чтобы посмотреть текущую точку назначения. Ага. Ой, я всего лишь пробел нажал. Что такое? Что происходит? Ой! Что-то сейчас пойдет не так, да? Что делать-то? Все здание в огне. Нужно вытащить тебя оттуда. Пашка, выбирайся наружу. Я буду через дорогу. Ладно, уходим отсюда. Забирай. Капец. Нажми телефон для... Всё. Выбирайтесь из музея. Ага. Что-то я запутался. Так, все. Капец, что происходит? Что там сзади? Вау. Жопа сзади. Так, сейчас мышку сейчас... Воу. Да-да-да, мужик, я бегу. Этого не видели все, ладно? Кто тут энергию высасывает? Ой. Фига, пол взлетел. Нифига себе. Ого. За что ты меня-то бьешь-то? Что это за луч? Выбирайся оттуда! Быстрее! Во дерьмо, а? А он не бегает или он все время бегает? Вам нормально, женщина? Уходи, уходим. Да блин. Как ты? Он прыгает вообще на сантиметров 10, наверное. Чувак наш. Предметы, на которые вы можете воздействовать, выделены подсветкой. А что нажать-то? Это так работает. Вау, уйди от меня, не сжигай меня. Не поджигай. Вот это дела. Так. Уходим. Что ж, какой музей-то у вас громадный. Пару проводов соединяем. Вау, музыка как будто из людей в черном. Столько трупов, и все на нашей совести. Есть. Машиной придавило кого-то. Что за... Достигнут контрольный пункт. Сохранение. Вау, ёп. А что делать-то? Куда уходить-то? Он бегать умеет. Это что за нафиг? Блин. Да прыгай ты. Да я провалился. Да нахрен мне ваш музей. Что там за
животные появились. Ну что, а я думал, руки отрубил. Уа! Да. КП восстанавливаем. А куда идти-то? Вау, уйдет меня. Да куда идти? А. Чувак, уходим в здание, эти грифоны нас. Ё-моё, ё-моё. Иди отсюда. Грифоны какие-то появились. Щет. Не ори. А, у нас КПС полные, понятно. О. Ну-ка, иди сюда. Ой, там их слишком много. Одним топориком тут не обойдешься. Ломай. Да режу. А ему что, пошлю, что ли? Руби голову. Не, ему вообще пошлю. Вот дерьмо-то, а. Получается. Люком не прибило. Уйди. Руби, руби. Ладно, ничего не, мы ничего не сможем сделать. Блин. Да что за дерьмо-то. Не, вообще, нам топор. Топор дали, чтобы мы просто ломали. Блин, там. Что? Что? Это что? Я топориком с этим не справлюсь. Ты чё? Охерей. А чё мне делать? Ёшкин кем. Офигеть. Нам мимо него пробежать надо? Тихо, нормально. Тогда... Где? А, где? А где это будет? Полный свой, куда вы? Топор нам дали, как будто только эти двери ломать, чтобы для бега. О, бегать научился. Я не умел, но теперь я умею. Ура! Пистолет? Откуда? Ой, дали пистолет, значит, может сражаться. Уйдите от меня. 1, 2, 3, чтобы подключиться. Ага. Патрон-то у нас там мало, наверное. Блин! Обрушил под потолок. Не мучайся уже. Они какие-то каменные. Полицейские. А некоторые предметы можно воздействовать. Выстрелить по доске. Понятно. Возьмите R для... Ага. Ну, патрон вроде не обижается. Патрон... Во время бега прыжок хочется. Ага. Вау. Потушим сейчас этот огонь спереди, наверное. Дурдом какой-то. КП тут немало. Нас сейчас научат
как драться, как он сейчас пульнул или нет. Вы можете выпустить накопленную аниму одним залпом. Дважды нажмите F, чтобы ударить. Круто. Если бы он знал, что это за меня, он бы сейчас, наверное, придет. Ёшкин Макарёшкин. Щит. Огненная жаба. Жаба из лавы. Ё-моё. Что это за черепашка ниндзя? И чё, похрен? Вау, иди. Её ещё подсрать, я в неё патрон потратил. Короче. Ай, ты хрен. Да. Ага, через вагон. Топором тут поп... Они так и будут лезть, понял. Ёп! Было громко. Ну, мое. Застреляйте своей фигней. Что-то он не стрелял. А, я понял. Залази. Залази. Охренеть. Охренеть. Просто испепелил. Секунды. Всю толпу. Ты, черепаха! Он чё? Что-то у меня с хапарём всё плохо. Ой, блин, куда я? Да, блин! Меня убили! Да, тут не так уж и просто пошло. Не так уж и просто пошло. Откуда? Давай, иди сюда, тварь. А, не, он под водой испарился. А, спасибо. Пошел ты нафиг, вас тут дохрена. Да блин, взламывает эту фигню.
Взламывай, давай! Конечно, блин. Чё у меня хп не восстанавливается, не повышается? Выбросы энергии из ящика Пандоры прекратились, но на улицах полно каких-то существ. Ага, я заметил. Найти оружие. О, у них еще язык. Нам нужно держаться вместе, если хотим выбраться из Нью-Йорка живыми. Да нахрен мне ваш Нью-Йорк. Надо все это прекратить как-то. А у нас что, на выбор, что ли, или туда, или туда? Хрен. Патроны полны. Аптечка есть, мадам? Опять тут было. Бляха, муха, задолбали вы меня уже. У меня хп не восстанавливается, я не понимаю. Добери ты вот эту энергию. Во, у меня хп. Вау. Куда пошел ты сюда, идиот. Давай. Блин, вообще как быстро. Перезаряжай. Да вот тварь, а. У меня тупо хпшек не хватает. Да черт, вы задолбали. Бесишь меня уже. Они уж крутые, они уж больно много чего умеют. Ладно, блин. Я понял, что хп повышалось, надо не тратить вот эту энергию, а я ее все не трачу. Одной бой мой патрон хватает. Капец, их там. Или это один такой бешеный? Все, патроны кончились, зашибись. Опять кто-то пришел. Давай, крути бегом. А, это гнездо. А, я их гнездо, типа. Мы водой поливаем их гнезда, они не появляются, я понял. Только сейчас это понял. Блин, ну патроны кончились. Отстой. Блин, почему нельзя сохраняться, где хочешь? Вот это минус этой игры. Потому что ты не можешь сохраняться где хочешь. Например, вот здесь. Крути бегом, пока никто не... Там кто-то пришел? А,
лифт. Ага. Что? Оборотень. Лыпалый. Иди от меня, придурок. О, блин. Эй. Чё творишь, придурок? Капец. Псих ненормальный. Прыгать я не могу, если чё. Тут Васю грифоны наели. Ага, я вижу. Дурдом, блядь. Что делать-то? Обратно? За этой карточкой? А хрен, тут не пройдешь назад. Да, блин. Выше не поднимешься. И сюда не пройдешь никак. А? Ага. Ваше гнездо прикрыли, мудаки. Да вы чё, мудаки, блин, и так все хреново, мне еще люди против меня. Вы чё, дебилы? Ой. Реально в меня стреляют. Иду. Нашли тоже кого мочить, идиоты. Блин, какая дикая синца вот эта игрушка. Это какой топор? Да чё ты нажимаешь? Придурки, вот не в кого больше стрелять, конечно. О. Да задолбали. Да чё ты, я контрол нажимаю, но не это же. Почему на это на контрол сделали?
На днёрку автомат. Я в шоке. Что это дикая сенсая? Мышь. Убивать им больше не хотел. Идиот. Ты уже понял, что правительство тут ни при чем. Это личная армия Лефея. Он хочет убить нас обоих. Уж не знаю почему. Направляюсь в Таймс. Ну да. Увидимся там. Поторопись. Так, мне нужна энергия. Берешь, нет? Куда? А, понял. Мне жизни надо. Что за дерьмо-то вас там до хера? Убили. Тороплюсь. Фу. По второму разу пришлось все это перестреливать. Да, это я понял. Ты не знаешь, что происходит? Думали, какое-то нападение. А потом появились эти твари. Знаешь, я уже решил, что это конец света. Наверное, надо почаще в церковь ходить. Не знаю, как ты, а я просто хочу вернуться домой. Если, конечно. Бей. Давай переберемся куда-нибудь, где по суше. Там кто-то будет, да? Да, я так хочу. Я думаю, это по скрипту, его не убьешь так просто. А вот теперь можно. О, щит. Чувак, домой ты уже не вернешься. Извини. Извиняю. Блин! Обезглавленный Вильвольф мертв навеки. Там чутка. Коротко прыгаешь. А сохранение было или нет? А, вот сохранение. Давай, наверное, вот здесь вот тогда и закончим данную серию. Это было уф. Что ж, с вами был Виджилант. Надеюсь, вам понравилось. Мое ознакомление с игрой прошло, ну, думаю, на 90% успешно, так как, ну да. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии, естественно, если она будет. И всего хорошего!